Стас, я вам буду снимать видео, а вот такой штуки, я даже не знаю, как она называется, и о статуэтке. Ну, наверху акула. Это я могу пока что рассказать. И вот такая деталь. Легко акулу будет разъединять. Здесь две такие. Здесь вы можете или закрепить, или нет. Я не закрепил. Вот здесь такая или подставка любая. И если у вас есть такая, и вы хотите, делайте еще так. Вот об этом я вам могу. А об этом я его не буду все показывать вам. Ну, чтобы как... Ну, вы на прошлые мои видео на некоторые могли посмотреть и могли собрать. А вот на эти, кажется, два уже подряд. Нет. Вот, здесь вот, видите такое? Она заманчивая. Вот, сейчас покажу вам кое-что. Вот, видите? А там вот... Внутри есть проход. Вот если снимете это, там кубок. Кубок и подзорная труба. Подзорная вот, труба. Она небольшая. Но для Лего это все там небольшое. Там человечек меньше руки. А люди больше, чем человечки. Но могут кто-нибудь подумать, что огромное, и как будто это настоящее. Вот здесь вот такой криптонитик. Я его поставил вот сюда. А вот в этих, вот в этом книжка лежит. Ее открываешь, ничего особенного, пусто. Но можно там либо нарисовать, либо бумажки положить. Ну, в общем, и она, вот книга здесь лежит, а здесь трон. А сзади трона вот такая вот, это пулемет и лазер. Это закрывает, а то он, если открыть, он будет здесь. Здесь молоток, похож на Тора молоток, но... Здесь он просто лежит в таком месте. Вот это вот камера, а это вот боксерская круша. Два сундучка. Вот такая вещь и вот такая в одном сундучке, а во втором пусто. Но это не обязательно ложить туда, если вы будете похожее делать. Вот сзади вот тоже криптонитики, видите? А, и вот такая вот, сзади как будто льется. Вот здесь вот такая вот это. И видите как? Вот это хоть и не может сюда. Но она от других наборов Лего, ну... Она некачественная, она даже мала, она бы не пролезла сюда. В общем, вот так. А вот здесь вот я сделал ключ. Он открывает все ящики. В одном ящике вот такие вот вещи. Ну, эти примерно... Вот, самый хороший ящик. Здесь уколы лежат. У меня их уже... Накопилось три, а третий куда-то подевался, я не знаю, он в один день просто исчез у меня, я был в якорной щели, и он у меня куда-то подевался. Эти ящики что-то трудно открывается. Если у вас такая же тема, открывайте верхние, нижние будет легче открывать. В верхнем хорошая вещь, вот такой ножик. А внешнем сейчас тоже ножик, только внешнем он сделан из железа или камня. А здесь из
Желтого бриллианта. Если такие, конечно, бывают, я не знаю. Вот здесь пулемет тоже, вот. Ну, и что вам еще показать? Кажется, я все. Ну и цепочка вот здесь. Она мне уже, думаю, не понадобится. Я ее сюда захотела. Вот эта труба хорошая у меня, она одна только. Я в этот ее положил. Ну, вот и все. До новых встреч, ребята. Всем пока.